Дорогие украинцы, мы завсёды были, есть и будем братами. Я переймаю выклик у делу у доброчинном марафоне от Андрея Палуды. И моцно хочу, как война на вашей земле скончилась, как наихудшей загаились нанесенные этой войной раны. Я моцно обдымаю всех наших коллег-правооборонцев, которые зараз на передовой, которые допомагают отстоять незалежность и правы человека у своей краине, демократию и каштовности человечей угодности. Я хотела подтримать не только уделом у в этом марафоне украинских правооборонцев и людей, которые потерпели от войны в Украине. Эстафету передаю Валентину Стефановичу, Павлу Сапелку и Владимиру Лапковичу.